Говорите по-русски? Да. Здрасте. Здрасте. Сколько хотите за этот модем вот этот? Модем, Миша, 30-40, вот what did you want? $25. 25? Hello, how are you? Good. Говорите по-русски? Да. Здрасте. Здрасте. Сколько хотите за этот модем вот этот? Модем, Миша, 30-40, what did you want? $25. 25? Brand new. 30, вот я. Хитрые, хорошие. Сейчас для улицы это самое лучшее. Да, это 100%. Особенно нет. Сегодня. Ага. Я это вот с друзьями сидел, это абсолютно новый. Это для кемпа. Он очень удобный, маленький. Миш, я знаю, что свои. Еще электроника есть какая-то? Электроника вот здесь есть, вот старая электроника. Если вас это заинтересует, то. Интересно. Сейчас я немножко здесь самое подвину, чтобы. Шару. Окей, вот так. Так лучше. Ну, наверное, надо повернуть. Вот это все, что есть. Угу. Заведи, если нужно. Да, ясно. Рабочий вот этот Sony? Да. Мы только что включали, здесь был чувак, который хотел купить. Сколько вы хотели за него? Ну, динамиков у него нет. Динамиков нету. Динамиков. Сколько ты за него хочешь? $15. Вот. Кассета работает, да? Да. Включи, пусть человек посмотрит. У меня кассеты нет. Кассеты нет. И у меня нету, я забыл. Там есть кассета моя как раз. Это диск. Это диск. Мы говорим о кассете. Вы можете принести назад? Не, да, я проверю. Мы завтра, мы вам вернем деньги. $10. Да, 15. Давайте 10. 15. 10 это без возврата. Умно, умно. Да. Да. Тут тяжело, не так легко. Ну, он в хорошем состоянии, все это самое. Все работает. Вы можете просто. А когда последний раз пользовали? Недавно? Ой, папа им иногда. Честно говоря, пользовались давно. У них просто там это ржавеет вот этот ролик, который в кассете, когда крутят кассету саму. Он там он начинает портиться со временем, просто из-за возраста. А. Ну, сверху. Нет, ну, я просто покупал на гараже. Он сам по себе старый. Это да. Модель. Если бы это был этот... Как это открывается? Наверное, да. Если ржавое, будет видно. Ну, эджект открывается. Поставить. Только надо вот так поставить на стол. А, дело в том, что, естественно, вот сюда я вам поставлю. Его лет, наверное, 30, как минимум. У нас кассеты сверху не остались. Что? Кассеты. Да, вот так открывается. Да. Я запаковала, наверное. Все работает. Я точно знаю, что все работает. Я не понял, что ты говоришь. Что ты сказал? Кассеты у нас были, но я, наверное, запаковала. Ну, кассеты у нас где-то были, да. В каком ящике? Это сын оставил, он уехал давно. Не, это уже, да, старинный, винтаж. Да, Пен, да, ты абсолютно, чья? Винтаж. Абсолютно. Ну, и сам, и люди... Да, он сделан под грундик. Хороший. Из-за того, что Sony. Ну да, Sony это хорошая компания. Это да. Но у него нет динамики. Ну понятно, да. Тут надо подключаться. Динамики это легко подставить. Нет, он чистый, я вижу, что ты. Ну да, здесь включаешь. Да, оно чистое, оно в хорошем доме было. Здесь ухаживают за вещами. Так что. Корт немножко грязный. Сейчас. Если надо, пробьем. Да. Я говорю, если что-то не работает, вы можете сейчас я посмотрю, может я что-то там найду. Они уже все.
А бы что включить было? А вот. Ну включается, да, видно вот. Да, включается. Я нажал. Нормально. А кассета не достала? Не, кассета нормальная. Вы сказали, что я вам сказала, Вот, кстати, вот здесь на кассету включается. Да, вот да. Это тюнер, это фон, да, это да. Радио. Вот это радио тюнер. Да, кассета хорошая. Да, не это. Он включается зато. Радио, наверное, работает. Ну, радио. Ну, даже можно проверить радио. А, нет, динамиков. Да. Ну, я поэтому вот вам и говорил, что я такие покупал, когда они обычно не крутятся вот из-за того, что они там ржавеют. Внутри, а там ролик вот он сверху. Спасибо за науку. Его надо менять там каждые там 5 лет или 10 лет. Потому что каунтер, вот видите, вот здесь каунтер. Если бы она работала, оно бы, я бы включил, и он начал бы идти, и что-то, и тут бы я видел, сразу бы шло. То есть. А зачем мы маленькие на маленькие? Я их задал час 20. В русском ресторане? What's up, man? How you been, man? I'm hanging in there, man. Anything good? Anything good? Anything good on here? Yeah. I ain't seen nothing spectacular on there. Sorry.
Hello guys, this is Roman. Welcome back to my channel. I was at a garage sale today, actually at two garage sales, and I will post the footage from that garage sale. You already seen it, I think, in this video. But also stopped by two Goodwills. So I got some stuff at a garage sale today. It was kind of interesting. There was like a lot of stuff which didn't work. So I only got this thing at a garage sale, paid $5 for it. And this is a Zoom cable modem, DOCSIS 3.0. So I checked the comms, they go for around like $30, like maybe $29.99. So plus shipping. So I'll make some money on it, I guess. And it, as the guy told me, it's like new, never used. And then at Goodwill's, guys, I got this game right here. It's Phase 10 Twist. I already sold this game before. Paid $3.39 for it. It's complete. I counted all the pieces in Goodwill. And it's complete this time. Before, the last one I sold wasn't complete. So this one is complete. So I'll be able to sell it for around also like $30. Picked up this American Girl doll for $2.29. So I guess I checked the comps. I didn't sell them like this before. I only sold them brand new. So this is used, as you understand. So I'll see what I can do, like how much it's gonna be worth, because I'm not sure if it sells for like $20 or like, you know, $30. So I have to check. Got two media, guys. This is Gentle Yoga by Gayam, $1.99 at Goodwill. They are selling on Amazon for around $20. On eBay, not a lot of comps in terms of brand new. So hopefully it sells for like $12.99 on eBay. I'll cross post. Also picked up this DVD called Super Babies Baby Geniuses 2, a family edition, $1.99 at Goodwill. Also sells for around $12.99. Got this. It's some kind of buildings. Let's see what it's called. Yeah, Building Stories. Everything you need to read the new graphic novel Building Stories. I checked the comps on it. They're selling for around $40. It's brand new, sealed. Paid. Where they put the price? Oh, here. $4.49 for it at Goodwill. And like I said, it may sell for around $40 plus shipping. Maybe $29.99 plus shipping. So still make some money on it. Got this lost one of four puzzles, Mystery of the Island jigsaw puzzle, for $5.69. And I had a discount today at Goodwill, so it was $5 off. So basically one of the items that you saw will be basically free. So for example, this one I paid $5.69, so it's gonna be only 69 cents. So it sells on Amazon for around $34.99, and on eBay they're selling for $20 plus shipping. So make some money still. Picked up this Real Madrid jersey for $6.69, size extra large. I checked to make sure it's not like a fake type of jersey that I usually find. This is a legit one. It's got very cool pattern, as you can see. It's got Real Madrid logo right here, and it's like a purple color, black and purple and gray. It says Real Madrid. It has spell out Real Madrid in the middle here on the front. So hopefully it sells for $25. I'll check the comps. I didn't even check the comps. I know it sells for around that much in this particular color pattern. And got the leggings again, guys, from Lululemon for $2.49, size 2. As you know, Lululemon has sizes in the pocket here, so it's size 2 right here, size extra small. So for $2.49, I always pick it up. It's still gonna sell for around maybe $20. And the last item, very profitable item, guys. I paid $1.99 for it at Goodwill. This is Vera Bradley Vanilla Sea Salt the toilet or cologne for women, 0.5 ounces, 15 milligrams. So it sells, I checked the comps, it sells, it's brand new, it sells for 40 something with free shipping, like $44 the last comp. So from $1.99 into 40, it's very good.
Right, guys, that completes today's vlog. I'll make more videos in upcoming weeks, days. So stay tuned to my channel. Please appreciate you subscribing to my channel and hit that like button. Leave any comments, guys, and I'll see you on the next video. Stay safe and God bless, guys.